Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова. И спасибо, что заглянули ко мне в гости. И очень даже кстати, потому что именно сегодня я вам покажу новинку из третьего каталога Oriflame. Это яркий праздничный каталог 8 марта. И здесь у нас представлены новые 10 матовых помад, самые сочные и разнообразные оттенки. И мы вам с вами их все попробуем. Ну что, приступаем к тестированию. И сейчас у меня на губах оттенок бесконечный красный 36805. Я сразу скажу вам про качество помады. Она наносится безупречно, просто идеально, сразу яркий сочный цвет. На губах она невесомая, при этом я не чувствую ни сухости, ни стянутости, то есть такая легкость, шелковистость, просто вот просто восторг. И я влюблена. В последнее время очень люблю красные оттенки. Нравится? Я жду в комментариях ваших советов, какая помада мне больше подойдет. Код помады 36799, бежевый крем. И она действительно такая нюдовая, кремовая, очень светлый-светлый оттенок. Мне кажется, такого еще у нас не было. А может быть, было, но я впервые такую пробую. Кстати, несмотря на то, что она такая светлая, мне кажется, она очень даже гармонирует с этим макияжем и подходит под цвет волос. То есть на лето такой приятный светлый тон мне очень-очень нравится. А вам? Сейчас на губах у меня оттенок очень нежный имбирь 36800, код помады. И мне кажется, это такой прям спелый абрикосовый цвет. Какой он красивый. Если предыдущая была такая прям бледненькая-бледненькая, совсем невидимая, то это очень классно подчеркивает губы, и она мне нравится намного больше. То есть если тот цвет я бы вряд ли себе заказала, то этот мне очень даже симпатичен. А вам как? Оттенок ангельская роза 36801, код. И мне кажется, это очень термоядерный розовый цвет, который я бы, например, вот, ну, никогда бы не накрасила. Интересно ваше мнение. Я думаю, что это скорее для молодежи. Я представляю такую блондинку загорелую с такими губами. То есть у меня вот такой стереотип по поводу такого цвета. А у вас? Цветущий пион 36802. Обалденный цвет, такой мягкий матовый оттенок. Я в принципе в восторге от этой помады. Как вам? А вот так выглядит пурпурная фуксия 36803. И мое мнение, что у каждой девушки в косметичке должно быть несколько оттенков помад. И одна обязательно помада вызов, такая, которая просто смотришь на губы и говоришь: вау! Вот мне кажется, это именно тот цвет, про который так все и думают: вау, вот это да. А вы как думаете? Просто бесподобные, все оттенки бесподобные. Неоновый коралл 36804. Мне кажется, это просто удар ниже пояса. Такой цвет, огонь. Мне вот интересно, что Миша думает об этой помаде. Он говорит: да, нравится. Супер. Кофейная карамель, код 36806. Но я, честно говоря, в шоке от этой помады, потому что такой цвет какой-то резкий, необычный на губах. Вот как я обычно думаю, губы должны выглядеть так, чтобы они сводили с ума. Не в шок приводили, что ужас, ужас, а именно, чтобы их хотелось целовать, прям смотреть на них, не налюбоваться. А этот цвет меня немножечко почему-то пугает, какой-то непонятный замес тут. Может быть, просто мне не идет. Я просто немножечко хочу быстрее его стереть, поэтому переходим к новому оттенку. Теплый бордо 36807. Без комментариев. Ах.
Пряная слива 36808. Я же даже название забыла, но это далеко не мой цвет, поэтому я ничего не буду говорить, и вы мне не пишите, что мне плохо, пишите только то, что мне хорошо. Договорились? Ну, по поводу помады я вам скажу, что качество обалденное, просто 5 с плюсом. Я очень довольна, скорее всего себе закажу помаду, может даже не одну, а может не одну, я подумаю, потому что помад у меня очень много, но очень захотелось такую помаду, особенно вот эти яркий красный оттенок, он меня просто свел с ума. Я вам желаю тоже отличного выбора, надеюсь, мое видео помогло вам подобрать себе какой-то оттенок. И в комментариях пишите, пожалуйста, обратную связь. Если видео полезное, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новой встречи! С вами была Лилия Донского. Пока-пока! А свотчи? А свотчи? Сейчас покажем свотчи. Бежевый крем 36799. Нежный имбирь 36800. Ангельская роза 36801. Цветущий пион 36802. Пурпурная фуксия 36803. Ой, какая красивая. Так, дальше. Неоновый коралл 36804. Обалдеть. Так, дальше. Бесконечный красный 36805. Мне вот эти все три очень понравились. Кофейная карамель 36806. Темный бордо 36 бордо 36807. Смотрите, я прям прикасаюсь к коже и сразу же след стоит. 36808. Это у нас пряная слива. Вот такие разнообразные оттенки, сочные, красивые, чудесная помада. Я думаю, что это будет просто огромный успех, огромный успех. А теперь точно пока-пока. Пока!